Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров провел заседание попечительского совета Дома Надежды. В мероприятии приняли участие представители городского управления образования, управления общественного здоровья, а также инспектор акима Алматы по делам женщин и семейно-демографической политики. Собравшиеся обсудили меры по оказанию помощи одиноким матерям. Сегодня в организации, выпустившей 617 воспитанников, необходимую помощь получают 40 детей.